20 лет назад с Нелли Игнатовой. Она ребенок войны. И когда началась война, Нелли было 6 лет. И через всю свою жизнь долгую, поэтическую, она пронесла вот эту войну, какой она ее запомнила в своем детстве. И много произведений, я читаю именно поэтессы Нелли Игнатовой. И сегодня я вам прочту ее стихотворение «Дети осажденной Москвы». Раскачайте нас качели, раскрутите карусели, вы забросьте нас качели в довоенную Москву, там, где парки были парками, не зенитными площадками, там, где дети были детками, а не карточками детскими, там, где мамы были мамами, не дежурными пожарными, не бойцами санитарными, не воюющими мамами. Вы забросьте нас качели в нашу мирную страну, там, где мамы были мамами, не дежурными пожарными, не бойцами санитарными, не воюющими мамами. Еще одно стихотворение Нелли Игнатовой «Начало войны». Вы знаете, как пахнут лестницы старого Жахтовского дома? И мы не знали, что они пахнут уходящим летом и чем-то очень тревожным. Тревога, тревога, воздушная тревога. И мы спускаемся в бомбоубежище с мамой, братом, с подушками, одеялами. Скорее, скорее, не спотыкайтесь! Мы не спотыкаемся, мама. Поколение детей военное мы давно возмужали, а война стала памятью, она нас воспитала. Мы путями военными никогда не шагали, но припомнится вновь, что у нас за плечами канонады, бомбежки, вот что мы испытали. И уют позабывши, мы в убежище спали. Наши матери юные ночью нас не качали, а на крышах с лопатами наш покой охраняли. Были школы нетоплены, были завтраки царские, две ириски и бублик. Все, что нам полагалось, вести с фронта тревожные, понимали, как взрослые, знали, будет победа, пролетят годы грозные.